В Московской области в этом году проведут ремонт на более чем 140 железнодорожных переездах. Больше всего работ пройдет в Одинцовском округе. Сразу 14 переездов переведут к новому стандарту комфорта и безопасности. В прошлом году в Подмосковье на железной дороге погибли 274 человека. Большинство из них переходили пути в неприспособленных для этого местах. Небезопасные народные тропы должны остаться в прошлом.